Дорогие друзья, вот я показала, разморозила другое молоко, которое, смотрите, я залила сюда. И то я надо сколько на литр получить? Две ампулы. Вот я залила, оно еще совсем не остыло. Вот смотрите, сколько творога. Видите, разница молока. Сразу же начался сворачиваться, но он будет сворачиваться до тех пор, пока остывает. До полного, вот я его вскипятила. Довела до кипения, залила и при размешивании и выключила. И он начал сворачиваться. Смотрите, вот уже сколько творога. Но по мере того, как молоко будет остывать, творог, жир вот этот, вот молочный жир, он будет сворачиваться. Поэтому творога будет побольше. Сейчас, когда он полностью остынет, я еще засниму. Посмотрим, сколько здесь будет с одного. Это 1 литр молока. И то было замороженное. Но есть одно... Но это молоко было 2,5%. Красное видели, да? Молоко было замороженное. Молоко имеет такое свойство при заморозке. Когда вы его замораживаете, у него процент жирности снижается при разморозке. Поэтому если у нас молоко было 2,5%, соответственно, мы разморозили, у нас... Получилось где-то 1,5%, ну, в лучшем случае 2% жирности. И то, вот смотрите, все больше и больше, видите? Вы видите, да? Она все больше и больше творога сворачивается. Это, видно сразу, она. Сама сывороточка вот эта вот, которая останется из-под молока, я ее не выкидываю. Пока я или собакам добавляю кашу молочную, или курам. Цыплятам замешиваю эту мешаночку, добавляю. Вот видите, так это не весь, это просто мне вот, вон, видите, вон. Не прихватить, она по всей кастрюле разошлась. Сейчас посмотрим, когда остынет, сколько здесь по весу с 1 литра будет творога. Так, вот смотрите, молоко у нас остыло. Сейчас мы будем сливать дуршлачок, марлечку и будем взвешивать, сколько у нас литра получилось творога. Услышала, бежит. Так, творога, конечно, маловато получилось литра, но... Молоко мороженое 2,5%. Вот получается 100 грамм. Ну, 100 с чем-то минус марлечка, получается 100 грамм творога с литра. Вот так вот. Молочко вот такое вот. Видите, остается. Его в корм собакам добавляем. Тут тоже кальций все равно остается. И поэтому как бы выливать не надо. Это у нас уйдет в корм собакам и в корм животным. Творожок, смотрите, какой получился. Я ложечкой. Вот, и видите, какой рассыпчатый, хороший творожок. О, наступили. На запах. Хороший творог. Так что вот видите, как, что у нас получилось с молока, которое мы купили в начале, и с простого молока. Ну, такое молоко у меня последняя коробочка осталась, литр. Вот, видите, вот. Ну, это на одного щеночка. Даже не на одного, наверное, сейчас на два вот. На два щенка. Ну, все, спасибо за внимание. Смотрите, выбирайте, какое вы молоко вы покупаете. Сначала купите литр, проверьте вот так вот. То есть на 1 литр молока получается... Сейчас покажу. Вот кальциохлорид покупала. 10 ампул по 10, по 5 миллиметров. Вот такие две ампулы. Можно, конечно, взять и по 2 ампулы по 10 миллилитров. Еще лучше будет. Оно не лишним. Ну, вот у меня пока такие были. Продаются очень удобно пластиковые. Пластиковых. Спрашивайте пластиковых, не стеклянных, а пластиковых. Потому что здесь надо шприцом. Я вот шприцом делала. Брала шприц сначала. Вот так вот шприцом вытягивала из ампулы, потом снимала вот эту иголку и выливала в молоко. То есть это как бы неудобно, потому что из самой ампулы оно не выливается.
А продаются пластиковые. Их просто нажимаете, и они все выходят. Так что, дорогие друзья, делайте творожок, полезный творожок, чтобы щенкам была польза. Кальцинированный творог делайте. Но прежде чем покупать какую-то марку молока определенного производителя, сначала купите литр и проверьте, стоит ли вообще покупать такую. Потому что мы купили целую упаковку, как я уже говорила, 12 литров. И творог у нас не получился. Вот это молоко. Здесь 4 литра. Вон оно, что это такое? Это просто какой-то жир. Ну, вот видите, это пенка. Вот это вот мы делали творог. Видите, вот это молоко, которое у нас не получилось. 4 литра. Такого мы купили. Ну, пойдет кашку варить. Спасибо за внимание. Вот так вот делается кальцинированный творог. Пока-пока.